Ой, супер проработанное аниме. Что ж, начинаем? Тут я побегал буквально 3 секунды, поэтому надо удалить. Так, чисто потестил. Так, меня напрягает, что как будто лагает. Надеюсь, лагать не будет. Побегал буквально 2 секунды, посмотрел, лагать будет или нет. Кстати, напиши, если будет лагать. Я модер группы Никита. Малая история рассказывает об Аиде, чье имя вызывает страх и раскаяние, напоминая нам о неотвратимой судьбе, которая едина для нас. Я, однако, хочу поведать такую историю. Слушай внимательно. Прощай, отец. Тартар. Так, а мы играем за сына Аида, да? Я так понял. Будь проклято это место. Сыну Аида надоело все. Так, тут мы бросаем какой-то кубик. Так, бегать тут нету. А, о, рывок есть. ДП. Что значит ДП? Так, это супер прием. Так, рывок здесь на пробел. Нафиг эти преграды все сразу. Привет. Так, ну будем привыкать к управлению. Ой, у них такие смешные прически. Такие завитушки. Так, меня же не коцает там штука. Ой. Вау! Почти изи. Коцнуло. Я хотел без коцов. А тут можно восстанавливать хп? Типа хилочки, все дела. А это же по сути тоже рогалик, да? Е. Вот и она. Принять. Должно быть, это она. Что ж, будь что будет. Имени Маида. Олимп, я принимаю это послание. Афина. Приветствую тебя, благородный кузен. Давай же вытащим тебя из этого жалкого места. Я прослежу, чтобы каждый обитатель Олимпа помог тебе. И сама научну первый. Так, божественный рывок наносит урон и может отражать удар. Вот это мне нравится. Я знаю, что ты не слышишь меня там, богиня, но все же благодарю тебя. Да, это рогалик. Хилки продаются, понял. Ой, коцет. Так, там ловушка, значит, да? Так, пойдет. Получить е. Интересно, где я могу это использовать? Блин, ловушки ми... ловушка меня, конечно, немножко покоцала. Для начала... Сначала осмотри все, потом бери. Ладно. Так, что это? Гранат. Там была нереально крутая херня на 50 доп урона. Ну, как я мог узнать? Ага, ловушки больше не работают. Так, ну давайте сюда, ладно. Чтобы это не было. Гранат это хил, понял. Алло, дурачки. Так, ну я умею станлочить, это прекрасно.
усилить. Так, и что здесь надо смотреть? Это все закрыто, пока я не могу взять. Божественный рывок, уровень 2. Рывок наносит урон и может отражать удары. Еще более усиленность. Я обожаю греческую мифологию. Я все про нее знаю. Я, кстати, тоже. У меня по литературе, например, у меня всегда было 2. И когда пошли темы про там вот этих Зевсов, Аидов и так далее, я прям типа, у меня сразу пятерки пошли. Так, это что? И запомню, в Хейнес нельзя останавливаться. Остановка смерти, я понял. Не знаю, что это, пойдем сюда. Какие-то жирные. Скотина! Почему он у меня не выстрелил? Воу. Какой-то сильный чар. Может, по истории, не по литературе? Не, это у нас по литературе там это было. Так, 10 синего чего? Я ранен, исцелить себя не могу. Так. Окей, чтобы это не было. Когда босс? Так, это что? А. Нормас. Так, главное не прыгнуть в эту хрень. Окей, нормас. Крики битвы. Так, еще раз все обходим. Ничего не вижу. Беру. Загрей. Пожалуй, рано или поздно он был обязан появиться. Имени Маида, Олимп. Я принимаю это послание. Это Арес? Реально Арес. Должен признать, ты сражаешься как истинный воин. Интригующе. Но в то же время ничего удивительного для того, как кто был рожден в преисподней. Когда выберешься оттуда, расскажешь мне все подробно. Видишь ли, я и сам ученик смерти. Проклятие огонь. Атаки накладывают эффект гибели. Нажмите или удерживайте, чтобы использовать основное оружие. Проклятие статуса. Жажда убийства. Атаки, особый удар и бросок наносят больше урона. Ага. Атаки, особый урон и бросок наносят... Бросок. Выпускает летящий вперед вихрь лезвия. Тебе до босса еще идти. Ну давай жажда убийств. Мне бы хп восстановить на самом деле. Так, это что? Сюда идем. Выглядит посимпатичней. Я смотрел спидраны. Типа... Ох, ядрить вас тут. Я смотрел спидраны. И типа спидраны там, по-моему, сам быстрый за... За сколько? 15 минут. О, его не нельзя отразить. Его нельзя отразить. А можно? Этот звук. Это что? Рождество? Кто-то отлично проводит время. Что ж, в таком случае имя Аида, Олимп, я принимаю это послание. Дионис. Привет, Зак, дружище, как дела? Послушай, пора бы тебе уже наконец присоединиться к нам. Мы приберегли для тебя местечко. А пока давай посмотрим, что я могу сделать, чтобы немного подсластить тебе жизнь. Мне бы восстановить хп. А, получай меньше урона, если уровень равен 40 или ниже. Сопротивление урону. Если хп уменьшилось после схваток, оно будет восстановлено на определенный предел.
Бросок. Подбрасывает большой снаряд, который взрывается, сыет праздничный туман. Ну, мне кажется, вот это хорошая штука, только вряд ли я ее прямо сейчас получу. Так, тут одна комната, да, осталась? Так, осталось только не умереть. Посмотри. Посмотри, кто? По Dead Cell, там самый быстрый без багов за 4 минуты, чтобы ты знал, я наиграл в ней 100 часов и прохожу за 30. Фига себе. Тут бы не умереть. Что за хрень? Да. Отсюда не сбежать. Ой, спасибо. Да, отсюда не сбежать. Так, это моя комнатка. А, проклятие. Я дома. Дома Ида. А мы поговорим с батей? Да, не отвлекайтесь, ребята. Это всего лишь я. Гипноз. Добро пожаловать в дом Аида. Где? Подождите-ка, я тебя знаю. Похоже, ты умер, да? Не печалься. Практически все однажды умирают. Некоторые из нас чаще. Уже вернулся? Глупый мальчишка. Я же говорил, что никто не уйдет отсюда. Ни живым, ни мертвым. Что же, как прошла ревизия моих владений? Приветствую, отец. Ревизия прошла чудесно. Спасибо, что спросил. Я, пожалуй, вновь отправлюсь в путь. Иди, иди. Мне-то какое дело? Ты все равно никогда не выберешься на поверхность. Ступай, сам увидишь. Адский сторожевой пес Цербер смотрит на принца подземного мира со смешным чувством от искренней радости до глубочайшей тоски. Смотри, вы тут за всем вместо меня. Хорошо, дружок? Ты же знаешь, я бы забрался, если бы мог. Хороший мальчик. Тебе повезло, что Цербер все что-то... Тебе что-то нашел. Цербер на Кураму похож. Как думаешь, кто будет финальным боссом? Аид? Я не удивлюсь, если он... Так, это что за дверь? Заперта. Ты вернулся. Ахиллес, рад тебя видеть, парень. Несмотря на обстоятельства, не забывай, чему ты здесь научился. Боль, смерть, всего лишь еще одно препятствие. А страх — удел слабых. Береги себя, Ахиллес. Так, это типа всякие достижения? Дом Аида. В этом темном и роскошно обставленном жилище обстоит не только сам царь подземного мира, но и его своевольный отпрыск. Ты же в курсе, что я тебя слышу, старик? Ты вернулся домой? Никто. Не отчаивайся, дитя. Неудачи неизбежны. И преодолеть их можно лишь со временем и с большим упорством. Ты связался с богиней Афиной. Она должна была сдержать свое слово. Ты прав, Никто. Спасибо, что наладила между нами связь. Я знаю, что ты многим рисковал, и попытавшись связаться с ней. Не я рискую. Предположительно, со времен олимпийцы сами затянут себя во все это. Не раскрываем ничего из того, что им до сих пор неизвестно, ясно? Иди налево, поспи на кровати. Если я сяду, то не захочу вставать. Где там кровать? А я не могу налево идти. Тут все закрыто. Кажется, мне здесь не рады. Не уходи туда. Ладно, пихуй. Привет, комната, я вернулся. А, вот здесь, типа.
Так это что? В покоях принца Загрея всегда царит полный беспорядок, хотя его повелитель и хозяин дома не раз велел ему прибрать за собой. Ой, да ладно, разве все так плохо? Не могу. Не хочет. Размышлять. Ой, что это такое? Я могу... Призрачное присутствие охотническое же. Становит большое количество при входе в зал. Плюс один за ранг. Допустим. Еще штуку могу. Понял. Все, я готов. По сути, это просто пытаемся сбежать из дома. Что за симулятор американского ребенка? Используйте, чтобы разблокировать оружие. Так, и что я могу разблокировать? Вот, могу разблокировать вот эту хрень. Так-то лучше. Коронах, ищущее сердце. Удержите Q для белого дня во время вспышки для мощного выстрела, во время рывка для атаки после рывка. I can escape through that pink window there. Не понял. Так, что вот это такое? О, тут прикольно. Нет! Так, могу еще меч. Но мне меч больше понравился. Не знаю, не хочу. Как копим на щит, ладно. А это что такое? И все, мы постоянно заново начинаем. Я справлюсь. Для начала нужно пробраться мимо. Проще сказать, чем сделать. И наверняка встречу Мэг. Река пламени должна быть чуть дольше. Оттуда найду, как подняться в Элизиум, а потом... Ладно, попробуем еще раз. Так, а чё как? Куда идти-то? А, сюда? Сбежать. Опять. Ага. Ну чё, пигнали. О, гром. Это действительно он? Хорошо. И меня Ида, Алиб. Я принимаю это послание. Приветствую тебя, юноша. Знаешь, с твоим отцом всегда было непросто. И он уже довольно давно не посылал даже весточки о себе. Тебе будет лучше на Олимпе. Здесь твой настоящий дом. И мое благословение поможет тебе в пути. Стаки создают цепную молнию при нанесении урона врагу. Особый удар бьет ближайших врагов разряда молнии. И нажми Q, чтобы использовать уникальную атаку своего оружия. Рывок бьет ближайших врагов разряда молнии. Мне нравится рывок. Хотя вот это редкий. Го попробуем. Царственный дядя Зевс предлагает помощь. Что это такое? Повелитель Аид может быть уверен, что души мертвых останутся в подземном мире до окончания времен. Ведь этот лабиринт бесконечных залов постоянно меняется. Хорошо, что я не мертв. Чё, погнали?
Монета от мертвеца? Получить. А, вот эти деньги, я так понимаю, можно тратить у... Ну, на ХП и так далее. Ладно, ща я приноравлюсь. Так, ну просто будет запомнить, как кто атакует. Где еще жирнич? Ку. Ух, нифига у него рендж. Вот это ренджа. Мне бы опять щит, которым можно отражать все. Фью. Привет, Ксюш. Чё, проходим Рог Алик. Ну, кстати, игрушка кайфовая. Кстати, там сейчас скидки начались. Ты собрала... ты установила там все себе? И игры года и так далее. Там дают вместо достижения просто карточки, кстати. Если карточки не набьешь, надо... Ну... Так, нам надо 3 ключа, да? Нет еще, я только домой пришла. Только? А сколько время? Так рано отпустили? В чем прикол вот этого опускания кристаллика? Что это такое? Я ушла на больничный. О, все-таки ушла. Так, это мне увеличит ХП? За свой счет, точнее? А, ну так неинтересно. Это у них рендж. А, тварь! Я хотел без урона пройти. Ну все, капец тебе. О, плюс 25. О, так вкусно? О, я хочу еще. Вот бы в реале так можно было бы убил кого-нибудь, и сердце его съел, и получил больше... Чё я сейчас сказал? Чё-то слишком это... Слишком не та мысля. Чё-то я переболел. ЗП только 29-го. А, ну не так долго. У меня, кстати, сегодня вроде должно прийти, я даже проверю. Интересно. Придет опять 500 рублей, как всегда. 500 кровных заработанных копеек. Не, даже ничего не пришло. А до какого там скидоны? По-моему, 2 недели. О, можно что-то купить. Пассивный эффект. А побежденный противник с вероятностью 5 могут выродить предмет для ХП. Спасибо, это на 150 урона по броне. О, вот это сильно. И вот эту штуку можно взять. Прикол, прикол. Так, погнали чуть сюда тогда. 2 недели. Я куплю дополнение для Outlast'а первого. И вот я не знаю, брать этот... О. Какие-то сильные челы. Ну, не такие сильные, как я. А, больно. Я не рассчитывал на дэмэдж. Окей, изи. Должно быть, это второй дядюшка, а значит, имени Маида Олимп. Я принимаю это послание. Здравствуй, младшенький Аид. Узнал своего дядюшку, да?
Нам предстоит еще много чего наверстать, но начнем с самого главного. Прежде всего, выброси из этого хмурого подземного мира. А я попробую немного замутить воду, чтобы прикрыть... Замутим воду. Особый удар наносит больше урона и отбрасывает врагов. О, прикольно. О, красивше. Кстати, чекала Wild Rift я уже скачал, уже там наиграл пару игр. Мне прям понравилось. А, вот, еще возьмешь новый телефон и вообще изи будет. Скоты. Трэш. Не надо. Мой телефон сказал мне пошел. Фигово. Но игрушка классная. О. Это был... Это была шаурма? Я сейчас захавал шаву и восстановил хп? А можно реально мне в реале так? Может я попаду... Блин. Да блин, как уворачиваться от этой фигни? Понял вас. Короче, если броня, я уворачиваться вообще не могу. Короче, о! Легче просто уходить. Блин, нет, надо за него убегать. Только хп потратил, трэш. Так, мгновенно восстановил. О, вот это хорошо. Вот это сюда. Ну, пока тел не куплю. Ну, кстати, игра класс. Ну, Wild Rift прикольно. Я там за нами просто аннигилирую. Я везде за нами аннигилирую. Так, это что? Это похоже на деньги. Возможно, здесь мне дадут денег. Так далеко я еще не заходил. Так, ага, жиробасы. Ку. Кулите. Это за прошлый раз. Иди сюда. О! Чё за дебош? О, найс, работает. Получить джемстонс. Кристаллы чё. Ну, скорее всего, куплю. Я его только к дыре. А-а-а. Я тебя понял. Так, не помню, что гранат делает, правда. Оу. Ау. Мне нужен щит, который... Рывок, который отбивает атаки. Ой-ой. Трэш. Создает цепную молнию при нанесении урона врагу. Так, это урон от способности, это урон тоже, да? Ну, давай вот этот. А ты, кстати, что на НГ хочешь? Ну, хер его знает. Я даже не знаю, как я буду праздновать. Я-то рассчитывал с тобой встретить. А сейчас я хз, что делать? Улите.
Они от одной способности отлетели. Вау! Да, еще и заболело. Еще неприятно. О! Кто меня камнем кинул? Он не умер от одного удара. Почему? Блин. Я еще до этого шутил, выйду на работу и сду. О, нет, не шути так. Да блин. Мелкий гриб какой-то. Так, вот. Это сильная штука, на самом деле. Она наносит, видимо, урон. Пишу как... Осуждаю. Нельзя так писать. Нельзя такое говорить. Так, что это такое? О. Афина. Так, кого зовут Ник ты? Это твоя мать, как я понимаю. Мы, олимпийцы, редко общаемся с хтоническими богами, но Никта сама обратилась ко мне и рассказала о твоей беде. И я поспешила на помощь. Так, бронзовая кожа. Рывок наносит урон и может... О, вот это сильная штука. Вот это прям сильная штука. Пишу как Сюха. Хорошо, что не говоришь. А прикинь, голосовухи были бы. А есть же голосовухи, правда, платные. За пределами этого зала и пролегает внешняя граница Тартара, за которой принца подземного мира ждут невообразимые опасности. Так, их спасти нельзя, да? Чё, сейчас будет босс? У меня маловато хп. У меня нет хп, как я ее убью? Стой, Загрей, ни шагу дальше. Брось, Мэг, разве мы оба уже не устали друг от друга? И вообще, тебе больше пойти некуда. Меня прислал твой отец, а он более серьезный враг, чем ты. Ты можешь сам вернуться домой, как послушный мальчик, или я заставлю тебя сделать это и обещаю. Будет больно. Что выберешь? Я выберу второй вариант. Какой мужчина мне по душе? У нее есть атака по кругу. Трэш! Че за бред вообще? Как с ней против нее расражаться? Ты должна проставить в каждой категории, и тогда тебе дадут 11 карточек. О, вот уж спасибо, Мэг. Так, что у нее нового? О, вау, в этот раз с тобой разобралась сама Венера. Должно быть, это было мощно. А такая быстрая, сильная и красивая. И вот, надеюсь, в следующий раз мои работы к тебе более благословны. Дали только 8. Ты все проставила? По идее, должны 11. Так, это что такое? Обновы. У тебя есть какие-то специальные предложения для меня? Ремонт в подземном мире. В залах можно появиться адская сокровищница. Отделка. Это что, Sims? Западный. Кресло роскошное. Покои. Украшения для покоев. Можно увидеть блеклые отголоски прошлого, если внимательно смотреться. Это чаша Гадаля. Зал с фонтаном Тартар. Ну и вот этот можно взять еще. Постоянно меняющиеся залы подземного мира станут оживленней. Так, а что, у меня все, больше ничего нет.
Денег нет, но вы держитесь. Что за плаксивая тень слева от тебя, отец? Уже нашел новичка для рутинной работы? А я-то думал, что... незаменим. Это тень, мой мальчик, недавно назначенный мной подрядчик, который будет выполнять работы по дому. Хотя даже не знаю, кто заплатит за все запросы моих подданных. Ты пытаешься заставить меня почувствовать вину, что я оплатил твой роскошный ремонт? Возможно, когда мы закончим убирать остатки от твоих кровавых побоищ, которые ты учинил в моих владениях, то у нас наконец появится время на все скопившиеся ремонтные работы. Найс. Так, что тут совсем? Это вот тут вот у меня открылось? Нет. Ну, возможно, у тебя много повторок? Не сдавайся, парень. Я знал немало великих мужей и вижу, когда кто-то способен найти выход из самых худших ситуаций. Сражайся, как сражался бы я сам. И я задам им жару, как это делал ты когда-то, Ахиллес. Без сомнения, многие тени, что сражаются против меня, были отправлены в Тартар именно тобой. Тартарары. Так, тут тоже все заперто. Я недавно говорил с богиней Афиной, никто, она тобой восхищается, а я думал, что олимпийцы нас недолюбливают. У него мать воплощение тени, воплощение ночи. Обычно это так, но ты их семья, дитя. Ну, а я полагала, что Афина весьма мудра и поймет, почему такая, как я, вызываю именно к ней. А она, в свою очередь, дала бы об этом знать всем остальным членам ее семьи. А, типа, у меня уже были эти карточки? Да, некоторые карточки уже... Это еще с прошлого... Еще с прошлой, короче, скидки. Короче, год назад. Из-за вас вышла отличная карта. Чё? Чё, может, поспим? Я даже не устал, спасибо. О, нет, подожди, назад. Камбэк, камбэк. Молодец, молодец. Так, что я могу тут улучшить? Неповинность смерти. Восстанавливаем 50% вместо смерти, как закончатся все очки здоровья. Один раз за ранг. Не знаю, пока как-то себе так себе. Так, я хочу щит, получается, да? Я видел, еще есть какая-то пушка. Что с ним поговорить можно? Скелли. А жилье у тебя ничего, малец. Меня звали Скелли. Как твои делишки? Ну, хватит разговоров. Я здесь по делу. Давай, задай мне трепку. Покажи все, на что способен. Не припомню, что я брал тебя на работу, приятель. Кому ты служишь? Ха-ха, дружище. Я своими источниками так просто не сдаю. Попробуй выбить их из меня. Слабак. Щит, да, три дюжины. Скучал по мне, малец? Ясно. Его так просто не выбить. Изучить. О, что это? Сувениры? Пойду за хавчиком? Давай. Я себе купил... А, ну ладно, сейчас придешь, расскажу. Подари кое-кому, чтобы получить этот сувенир на память. А, ну это какая-то просто секретная тайна, чтобы здесь не было, это еще только предстоит узнать. Идти за дошиком или хуй с ним. В магазин идти? Нифига ты. У меня сил нет лечь на кровать. Так хочется этой дряни. Ну, разок побаловать себя можно. Пора идти. Я, кстати, вот ты сказал, я что-то тоже тердышрак захотел. Я хочу какой-нибудь необычный взять. Я уже баловал, а тогда все. Так, атаки заменяются на мощный рубящий удар с базовым уроном 90. Звездный рывок. Особый удар заставляет тебя сделать выпад вперед и делать стойким на одну секунду. Сверхновая звезда. Особый удар бьет по увеличенной области, наносит 20 больше урона. О, вот это классно. Прикол. Thank you. Нормас.
Прикольная тема. Вот ты меня забайтила, я теперь тоже хочу какой-нибудь дошик. Эти штуки надо сразу взорвать. Да что у меня с буквой Д? Покупай клаву. Го тоже сходишь? Еще и клаву покупать надо теперь. Да у тебя хорошая клава. Просто, не знаю, почистить там. Ты чистишь клаву? У тебя же механика, да? Ее же надо чистить постоянно. Я схожу, но после стрима, наверное, уже сделаю. Я себе купил... Короче, палочки этих, купил себе сырок Бью Александров за 70 рублей. Что это такое? Ух, ядрёйте. О, они так легко ломаются. Изи. О, это она. Афродита? Должно быть, я выгляжу чудовищно. Ну-ка посмотрим. Приветствую. Имени моей Олимп, я принимаю это послание. Да, Афродита. Здравствуй, здравствуй, юный бог. Должна сказать, ты меня весьма заинтересовал, поэтому я решила, что в этот раз помогу тебе. Тебе это интересно? Так. Что он делает? Особый удар наносит больше урона и ослабляет. Наносит больше урона и ослабляет. Ну, я, наверное, вот этот возьму. Чищу. Чищу. Но давно не чистила, да? Хреново. Надо почистить. Ну, кстати, еще один ключ, изи. Пак! Ух, изи. Так, хп себе восстанавливаем. Сейчас мы себя жестко прокачаем и перекачанные на изи пройдем. Что эти штуки делают? Идиот. Дуранчелусы какие-то. Но это было просто. Так, возьмем еще Диану. Вот мне выпало 9 карточек, и написано, что больше карточек не выпадет. Не знаю, я проставил там типа 11 категорий в этой, в Стиме. Вот за каждую категорию, которую ты ставишь, тебе должны типа карточку дать. Прям за каждую. По-моему, я слышу. Здравствуйте. Магазин Харона. Рад тебя видеть, друг Харон. Я просто иду по своим делам. Любуюсь достопримечательностями. А что это у тебя? Товары на продажу? Дай-ка посмотрю. А я могу? А у меня есть инвентарь? Оглядеть. Здесь небрежно разбросаны адские товары стигийского лодочника, Харона, доступные любому, кто готов утолить вечную жажду перевозчика к обогащению. Значит, для меня... Так, я могу купить только эту штуку. Ну, купим. Я заплачу за это. Как-то тут, короче, можно дарить подарки, я просто не знаю, как это сделать. Ну ладно, потом разберусь.
Вот это я хп потратил. Вот мне надо как-то не тратя хп это все проходить. Это что, Персей? Артемида? Я слышал о тебе, знаешь, я не похожа на остальных обитателей Олимпа. Сила охоты, вот что всегда со мной. Быть может, она станет и твоей спутницей. Особый удар усиливает и получает 20% шанс нанести критический урон. Сокрушительный удар, наносящий 200 урона. А, я это заменил. А зачем я заменил? Я бы все дал за какую-нибудь фляжку с лекарством. Для Стима. Ну, может, потом придут. О, нет. Проклятые подземного мира. Это ваш шанс. Выживание в... Суть, мне просто выживать, да? О! Are you killing me? Трэш. Твое время на исходе, мой мальчик. Какой трэш. Игра бесконечна. Но на самом деле она такая простая. И легкая, и сложная одновременно, что в нее можно очень долго играть. Может, камерой? О, у меня сейчас будет щит. Мне сказали щит имба. Так, тут у меня ничего нет. С ними постоянно разговаривать устанешь. Рано или поздно у тебя все получится, парень. Наши учебные поединки были полезны, но настоящий бой лучший учитель. Вот еще, у меня кое-что для тебя есть. Стой, ты отдашь мне свой кодекс? Я не могу принять его. Нет, я настаиваю. Хочу, чтобы твоя любовь к истории росла не меньше, чем любовь к сражениям. Кроме того, возможно, ты сумеешь его дописать. Т, чтобы открыть. О, вот, теперь я могу дарить подарки. Чтобы узнать больше, поговорить с окружающими. Цербер 5. Скелли. Я бью ему по пятке. Надо кота... Во, надо Цербера попросить укусить. Поговорить. Как ты, дружок? Тебе хорошо кормят? Все три рта набиты и довольны. Каждый из ужасающих пастей стражевого пса Цербера отвечает утвердительно... Одна за другой, чтобы убедить вечно сомневающегося принца. Погладить. Если я не буду гладить твои остальные головы, ты не откусишь мне руку. Хи. И чё теперь? А, надо еще потом с ним поговорить. Игра бесконечна, мне кажется. Я вижу, ты решил вернуться домой. Уже передумал убегать? Или жаждешь еще более страданий? Еще более страданий? Пожалуй, в конце концов, это ты научил меня ценить прекрасное. Ты можешь и дальше убеждать себя в этом, мой мальчик. Но запомни мои слова. Рано или поздно избранный тобой путь покажет, что я был прав. Хорошо, поговорили хорошо. Олимпийцы ведь на самом деле не видят меня, правда? Никто. Хотя скорее видят, но плохо. У тебя со стримом все ок, я даже... Почему? Что? Я даже зайти не могу. Сейчас проверю. А, со стримом. Со стримом. Да, со стримом. У меня со стримом все ок. Но, возможно... я вчера чекал. Сейчас я не знаю. Сейчас боюсь проверять, а то еще залагает. Лол, кикич.
Олимпийцы ведь на самом деле не видят меня, да? Ты окутан завесой, скрывающей тебя от них, дитя. Это не только для твоего, но и для их блага. Они знают ровно столько, сколько нужно, чтобы даровать помощь, а помогать они будут так долго, как тебе потребуется. Они связаны семейными узами и знают, что тебе нужна помощь. Не будь тщеславен и прими ее. Хорошо. Так, усё я тут. Усё ты тут. Во тьме. Блин, у меня всего 25. Получи возможность выполнять плюс один дополнительный вок сразу после предыдущего. О, вот это очень классная штука. Я хочу ее. Надо 50. Мне она очень нравится. Она мне нравится, да. Привет. Ты, кстати, Ксюш, все игры забираешь сейчас, которые в Epic Games? Вот Изолейшн прикольная. Метро 2033 у меня, кстати, уже была. Время от времени, дружище, тебе будет попадаться такой весь из себя модный крендель. И он точно попытается испортить тебе настроение. Ты его сразу узнаешь, потому что он ярко светится. Но это не просто свет. Особая броня, ясно? Тебе нужно бить прямо сквозь ее, а не то. Он запросто отразит твою атаку. Чтобы настроение не испортилось, следует остерегаться модных светящихся кренделей, которые попадаются на пути, ясно? Откройся. Эгида Щит Хаоса, дай мне свою мощь. Так, чтобы сильно ударить. Удерживай, чтобы защищаться. О! Во время рывка для атаки. Ага. Копил на щит. Fucking щит. Время. О. Обновлено. С. Кровака мне. Мне кажется, мир тоже можно назвать живым существом, как и царство мертвых. Все обитатели этого места. Мир со всем, что его наполняет. Мы плывем по потокам времени, подобно крови, текущей по венам живых. Если внимательно осмотреться, можно заметить, что в самой земле заключены силы и чувства. Как и любая сила, она ждет своего хозяина и желает, чтобы ей пользовались. Ясно. Позволились ей. Ready. Готов. I'm ready. I'm ready. Вот, сейчас затестим, что нам дали. Это Гермес. Эй, босс, я нашел тебя. Гермес, к твоим услугам. Приятно познакомиться. Весь Олимп только о тебе и говорит. Обычно я не вмешиваюсь в такие дела, но для тебя сделаю исключение. А сейчас поторопись, нам обоим есть чем заняться. Ты можешь использовать рывок больше раза подряд. О, прикольно. Вау! С обновлено. Чтобы узнать больше, убейте врагов определенным оружием щит хаоса. Понял. Каждый раз, когда принц возвращается в подземный мир, залы изменяют свое положение, чтобы помешать ему составить точную карту. Спасибо. Спасибо, очень помогло. А где я? А, он рикошетит. Щит рикошетит. Нифига себе. Ничего себе. О, хп, сюда.
Мне точно нужно хп. Изи. Так, что за поушен? Прикольная игра. Вот сейчас со скидкой ее взять вообще кайф. Некет кинуть список раздач от ЕГС. Да-да, метро 2000, метро 4000 там, киберпанк 2077. Как там, флай-симулятор. Когда это закончится? О! Так, бутылка. Что делает бутылка? С. Так, понятно. А есть нормальный список? Так. Мне нужны деньги. Мы можем дарить, это типа подарок. Г. Подарено. Дядя Посейдон, я безгранично рад нашему знакомству, поэтому прошу тебя, прими мой подарок. О, я тронут твоим внимательным отношением, племянничек, но у меня тоже есть кое-что для тебя. Вот, я передаю тебе мои дары. Новый сувенир. Раковина моллюска. С. Оп, сюда. Ой. Чё, как? Так, окей. Блин, ну вот эта штука сильная вроде. Еще если ее прокачать. О, у нас же еще эти рикошечущие штуки. А, вопросительный знак. Надо дарить тому, кто в доме Аида, особенно в песику. Окей. Привет. Геркулес, что ли? Блин, он похож на Геркулеса из мультика. А, это Сизиф. Приветствую, принц-зи. Вам может показаться, что я забросил свой старый валун, но я как раз собирался встать. Сестры Фурии не часто дают мне передышку. Куда они подевались, кстати? И что вы здесь делаете? О, знаешь, просто прогуливаюсь. Сделай милость. Если увидишь сестер Фури, скажи им, что я ушел в ту же сторону, откуда пришел. Хорошо? О, конечно, я передам им. Я все прекрасно понял, ваше высочество. Я займусь своими делами, а вы ступайте дальше. О, он может меня исцелить. Использовать ему, чтобы навсегда усилить характеристики. Пятьдесят? Нифига у него, до хрена. Прикольно. Знаешь, Сизифа? Это который несет валун куда-то. Так, вот я не должен ни одного хп потратить. Что это за дэмэдж?
Они отпрыгивают и, короче, наносят урон. За бред. Он дважды обманул богов, из-за чего он получил наказание. Ему надо поднять валун в гору, но каждый раз ему остается буквально 3 метра, валун падает. И выполнять это задание он должен до скончания веков. Ну, я понял, да. Это похожая тема была в God of War. Там был чел, который висел на стене. Его каждый день прилетал... И посуда, спасибо. Прилетал чел, прилетала птица, его хавала, улетала, а он это, регенерировался и все время заново и заново, заново и заново. Посейдон уже разыскал тебя, да? У моего хвастливого братца отношения с повелителем Аэдом еще хуже, чем у меня. Позволь, я добавлю парочку молний к его шторму. А рывок бьет ближайших врагов разрядом молний. Нажмите правил, чтобы... Так, это что? При выполнении рывка в момент перед получением урона ближайшие враги будут ударены разрядом молний. Такое. Что такое бросок? Нажмите, чтобы использовать мощную метательную атаку, верни, чтобы использовать тофь. А-а-а, бросок. Я думал, бросок, типа, в греческой мифологии тоже был такой чел. Я думал, это бросок, типа, через бедро. О, боги. Ура. Довольно. Enough. Тоже какое-то улучшение. Ведьмы? А, что, у меня так мало хп уже? А, это после тех боссов, микробоссов. Он был титаном, который создал людей, а затем, смотря... Ну, про титанов, да, я в курсе там. Ну что, тут это супер сложно. Удерживайте особый удар, чтобы зарядить бросок и нанести... Что? Нажмите Q, чтобы использовать уникальную атаку. Разбег быка. Теперь кидает снаряд, пронзающий врагов. Заряжать немного быстрее, но не отбрасывает врагов. Окей. О, да это же вообще круто. Так, погнали за золотишком. Золотишко.
Чё это? А можно восстановить ХП? Трэш. Так, это что? Нужно сосредоточиться. Так, срази врагов. А, вот как это работает. По-моему, сейчас умру. Скорок ХП. Правда, с руками все не так хорошо, как с историей. Я же... А. Здесь кот залез на шкаф и не хочет слазить. Хорошо, что на шкаф, а не на стул. У меня обычно на стуле мой сидит и не хочет слазить. О, нет! Good enough. Блин, очень мало ХП. Мне надо больше. Обычно я на шкаф залезал. Я не понимаю, как работать вот этим щитом. Типа, что он делает? Дотя. Чтобы узнать о дарах, нажми Б. Ага, понял. Так, пойдем ХП себе восстанавливать. А то как-то не кошерно. Фишка считает, а отражение научишься отражать удары, станешь богом. О, нет, сейчас будет босс. Ну что, я напрягся? Напрягся! О, нет. Скотина. Воу-воу-воу-воу. Воу.
Так, ладно, я уже далеко прошел. Для меня успех. Нет, не успех. Подлетает тут говно всякое. Ой, прибежала ко мне диточка. Вот как работает щит. Лол. Так изи. Это же изи. Тогда. Ну, почти. Бля! Блин, одно хп. Все, следующий трой я убиваю. Изи. По всему дому бродят души, умерших в поисках того, кто бы выслушал их жалобы по поводу свалившейся на их долю горести. Я выслушаю. Наткнулся на ловушку с шипами, что ж, очень жаль. А ты пробовал не стоять на ней, когда появляют шипы? Самый умный, да? Не слышал, как ты вошел. Как тут у вас дела, дружок? Есть хорошие новости? Праздный вопрос принца подземного мира вызывает неудоумение адского пса, ведь ни одна из его голов не обладает благословленным для проклятым даром речь. Погладь. Не все знают, как можно погладить тебя, да, еще и выжить после этого. Не верю своим глазам. Ты ли это, мой мальчик? Цербер, смотри, кто вернулся.
Сервер печально смотрит на принца. Не нужно втягивать в это пса, отец. Все, что ты хочешь мне сказать, говори при Цербере. Он вполне способен преподать тебе пару уроков внимательности и послушания. Так, что здесь можно купить? Ремонт в подземном мире. В залах могут быть урны. А что может быть в урнах? Роковой список незначительных пророчеств. Особый предмет. Помогает пророчествам Мойр сбыться и получить награды. Ясно. Не будем. Лучше сами подземелья улучшим. Что до запечатанного оружия у твоих покоев? Я не думаю, что твой отец заметит его отсутствие. Оно напоминает ему о тех временах, когда он сражался на одной стороне со своими братьями и сестрами. Он не желает больше вспоминать о том времени. Я думаю, правильно, что их сила перешла тебе по наследству. Сила, которая когда-то помогла победить титанов. Возможно, эта сила позволит мне выбраться отсюда. Спасибо за помощь, Ахиллес. Интересно, куда ушла Ника-то? Так, АПМ. Улучшенный рефлекс, блин, просто два рывка. Это офигенная штука. Так, вот что это такое? Восстанавливает 50% вместо смерти, когда закончатся очки здоровья. Один раз за ранг. Один раз за ход. О, ну это, кстати, о, 500. Готово. Посплю после смерти. Никит, какая нация в истории тебе больше всего не нравится? Ой, не буду об этом говорить, потому что я даже не знаю. Эй, дружище, смотри, куда ты бросаешь эти свои кровокамни. Если уронишь, то вернись и подними, понял? Но если кто-то тебя обижает, смело швыряй камушек прямо ему в глаз. Я обычно целюсь в туловище, потому что в глаз попасть намного сложнее. Так, ну все, меч. Так, тут что у нас? О, я могу попробовать что-то новое. А что это такое? Следующий дар, который ты надеешь, будет от Посейдона с вероятностью 10%, и богословы могут отказаться редкими. Или еще более высокого качества. О, прикольно. Блин, нелюбимая ХЗ. Не шарю. Мне в истории все очень нравятся. Люблю викингов, римлян, египтян. Вот это все мне нравится. Все, этот трай я убиваю. Я теперь понял, как блокировать атаки. Это вообще изи получается. Гигантские волны. Так. Зов позволяет волной... Нажмите F, чтобы получить мощь, помощь одного из олимпийцев, если у тебя есть такой дар. Тратит одно деление шкалы богов, если все четыре деления более мощный эффект. И уязвимость, и восприимчивость к урону. Ой, из нынешних не знаю. Я не восприимчив. А! Какой урон! Откуда? Я, наверное, технарь. Мне больше нравятся вот эти аккуратность, все дела. Блин, я не защитился. Я сейчас сдохну. Потому что я все неправильно делаю. Это что такое? Спуститься? А, это... Не, у меня так хп нет. Какой путь выбрать? Будем апать тебе прохождение.
Так, ладно, все, сейчас надо без дэмэджа. Вот мне интересно, он блокирует этот урон? Да. Ну все, надо просто ждать. Вот почему он не начал? Гадство. Просто гадство. Окей. Да, что-то... Блин. Мне нужно опять улучшение для этой штуки, чтобы она быстрее кастовалась. Это вообще имба. Так, что там у нас? Или мне показалось? Там кое-что... Ну нет, ну блинский. Ого. Там кое-что... Зелье сериальное, полезное. Так. Накладывает эффект гибели. Выпускает летящий вперед вихрь лезвий. Давай попробуем. Вау. Прикольно. А эта штука вернется? А где эта штука теперь? Понял. Но пока... Блин, что-то как-то сложно. Надо просто уметь таймить. Вот типа такого. Я не успеваю. Мне нужна ускорялка этой штуки. Тогда супер изи будет. Бесит, что у меня не получается. Что это? Они не могли что-нибудь прикольнее придумать? Они нужны для дэмэджа. Что это такое? Не бьет. Что?
Ура! Так, плач умирающего. После смерти враги наносят урон другим ближайшим врагам и ослабляют. Общий уровень здоровья. Потратить все здоровье, чтобы не замедлить вернуться в дом Аида. Что? Любые вознаграждения в залах С становятся более ценными. Что? Что-то я не понял, что это делается. Так, камни ломаются. Ну блин, тупые шипы. Все портят. Блин, я не могу с щитом. Я понял, как играть с щитом, но что-то тяжко без нормальных улучшений. Это что такое? А, испытание? Так, ну если мы не пройдем, то ГГ. Кажется, ты ничему не научишься. Все, последний трай, и все, надо заканчивать. У меня горит. Ну, не горит, на самом деле, типа, казуальненько. Эти ловушки шип в натуре. 100% есть достижение умереть от 1000 ловушек с шипами. Я на изи пройду. О, что это за такое? Что это открылось? Эй, комната отдыха. Что это такое? Дуза! Вечно занятая Гаргоном. О, принц, собственной персоной, вы хотите поговорить со мной? Со мной? Ой-ой-ой. Я просто хотел сказать, что комната отдыха выглядит великолепно. Как новая. Даже лучше. Надеюсь, уборка не вызвала больших проблем. Я нужно начинать потолочные балки. Я улетела. Спасибо за твои труды. Greetings, шеф. Greetings. Так, а что здесь есть? Дратути? Торговать. А, тут можно продавать эти штуки. Ну нет, их надо оставить. Так, а это что такое? На памятной доске, украшающей одну из крепких стен комнаты отдыха, отмечено достижение самых верных слуг повелителя Аида. Думаю, мне никогда не доведется увидеть свой портрет на этой стене. Так, пошли говорить со всеми. Приглядывай за отцом, дружок. Не давай ему портить всем настроение. Дуза классная, да. Цербер обещает выполнить эту просьбу по своей... По собачьей. Вот тебе еще, дружок. Пусть хотя бы одна из твоих голов радуется этим. Так, батя. Ну, как прошло? Скажи на милость, каким постыдным образом ты умудрился погибнуть в этот раз? Нам с Сербером не терпится послушать. В этом случае я избавлю вас от подробностей. Отлично. Нетрудно представить твое поражение. Оно случается так часто. Мои владения как будто специально созданы, чтобы задержать тебя. Тебя и любую когда-либо вышедшую душу, живущую душу. Но ты... волен продолжать свою борьбу. Так, тут надо 15. Ой, точнее 20, а у меня только 15.
Послушай, Ахиллес, я тут вспомнил, нет ли новостей от Орфея? Я уже давно его не видел здесь. Он все еще расплачивается за свои поступки? Думаю, что это так, парень. Твой отец был не слишком им доволен, когда я в последний раз его здесь видел. Я старался сгладить ситуацию, но ты знаешь, как это бывает. Надеюсь, твой отец скостит ему срок. Стрим по настолкам. Я не знаю, это не очень интересно смотреть. Тоже на это надеюсь. Если увидишь его, передавай привет. Типа настолки... В них играть интересно, а смотреть, как кто-то другой в них играет, мне кажется, хз. Никто. Иногда у меня складывается впечатление, что олимпийцы смотрят свысока на тех, кто родился в подземном мире. Это просто мои фантазии, как ты считаешь? Все, последний трай, и идем в Уна. Боги Олимпа думают, что они лучше нас, дитя. По крайней мере, так любит говорить твой отец. Он один был сослан в это царство, и в... возненавидел своих родственников, оставшихся наверху. Сюбидюбю. Я прочитал Никита, а не Никта. Это я, да, кстати. Думаю, это будет достаточно. Хочешь подсказку, малец? Когда наскребешь немного монет, обязательно потрать их у старого лодочника Харона. Потрать или потеряешь, дружище. Потрать или потеряешь. Спасибо, приятель. Возьму на заметку. Не копить, а сразу тратить все монеты. Это изменилось, да. Я вчера, кстати, затестил Dragon Age Инквизицию. Она у меня на стриме работает. Так что скоро будет прохождение Dragon Age Инквизиции. Вот прошлый стрим уж чекнуть, там вроде не лагает. Этим я справился. Пойдем сегодня в кубы? Не знаю. Сейчас вот в Уна. А потом можно и в кубы. О-о-о-о. Это что за издевательство? Я ненавижу шипы, а они мне тут дают шипы эти. Что за подстава? Подстав. Спуститься? Нет. Нет, это хп нет. Куда еще? Куда еще его отдавать? Скотина! Тупые шипы. Ненавижу вас. Да попади! Что за фигня? У меня иногда просто не попадает. Окей. Нет, сиди. Не отходи. Окей, окей. Плохо. Пока неплохо идем. О, вот сюда надо. 100%.
Ва! Где же... Блин, мне не дали улучшение это, которое ускоряет. Удерживать, затем отпустить для мощной атаки с разбега. Разбегу пока заряжается намного быстрее. А, нет, вот она! Вот она! О! Кайф. Все, есть разряд. Ух. Ух, пока что ок. А, опять вот эта хрень непонятная, с которой непонятно, как сражаться. Ой, это можно просто застанлочить. О, изи! Афина. Когда ты получаешь урон, враги вокруг тебя тоже получают урон и временно активируют эффект отражения. Рывок наносит урон и может отражать удары. О. Да, вот она. То, что мне надо. Вообще кайф. Блин, не получилось. Так, ну хп мне восстанавливать не надо. Не-не-не, я боюсь, потрачу много здоровья. Не хочу. Не хочу! Не буду! Сильная штука. Так, вопросительный знак. Не знаю, допустим. О! Ну, не, исцеление мне не надо. Тьму взять. Возьмем тьму. Найс. We can do it. Блин. Блин, как они попадают по мне? Пассивный эффект. Побежденный противник стреляет с пятого предмет. Наносит 500 урона. Пассивный эффект. Ловушки наносят 500 урона врагам. Не, не думаю. Пассивный эффект. Скоро перерыв увеличен на 20. Это хорошая штука. Так, сюда погнали.
О, блядь, ненавижу вас. Шипы. Ненавижу. Так, это что, Харон сейчас будет? Да. Так, я могу подарить ему. Ладно, подарим песику. Так, улучшение. Урон просто. Ладно, давай вот это возьмем. И тебе доброго дня, дружище. Давай-ка посмотрим твой ассортимент, да? Ладно, ХП у меня вроде норм. Вроде я должен победить. Hello, Meg. And there you are. I'm sure he'd... I have no end. Блин. Да блин! Не стой рядом с шипами, молю тебя. Чего? Да! Да, фурия повержена. Изи. Награда получена. Кровь титана. Тартар пройден с боем. Оружие щит хаос. Ух. Как ты? О, что, я поднялся на новый уровень? Никому, кроме лиц, входящих в ближайшее доверенное окружение повелителя Аида, не дозволено входить в
запутанные покои, ведущие в просторные регионы подземного мира. Однако Прид все равно решил вторгнуться в них. Паркуюсь, где хочу. О, что это? А продать? Купить? Мгновенный эффект, остальное 38 хп. Ну ладно, я думаю, на этом трае сейчас я умру где-нибудь быстро. Далеко от дома. Сейчас я, наверное, умру и... со всеми поговорим и буду заканчивать. Побег из Тартара. Тартара. Прикольно тут. Ага. Я могу тут умереть? Ага, умрем здесь. Это так тупо. Конечно, так тупо, но ладно. То есть мне потом опять придется с Мэг. Опять придется с Мэг драться, да? Я дома. Подарить другу. О, ты что, сгорел дотла, стоя в магме? Правда? Я знаю, что у тебя земля горит под ногами, но все-таки стоять в магме? Не уверен, что это хорошая идея. Ладно. Ахиллеса нет на посту. Прислушаться. Олимпу известно о нем? Они осыпают его своими никчемными благословениями в моем царстве? В нашем царстве? Расскажи мне в подробностях, почему это происходит, Никта. Либо твоя безграничная сила начала давать слабину, либо ты что-то задумала. Не сомневайся в моих силах, Аид. Чем ближе твой сын приближается к поверхности, тем неизбежнее было то, что его обнаружат олимпийцы. Олимпийцы были рады узнать о том, что у них есть дальний родственник, и с радушием пригласили его на свою гору. Вот и все. Их влияние чрезвычайно ограничено. Кровью тьма. Не смей рассказывать мне об их влиянии. Я своими глазами видел это влияние. Ты совершила глупейшую ошибку. Смеешь говорить мне о глупейших ошибках? Не в твоих силах изменить происходящее. Делай, что хочешь. Никто! О! Коллекция сувениров. Ремонт в подземном мире. Меняем сувениры между регионами. Ага. Понял. Помогай пророчеству Мойры сбыться и получай награды. Ого. Подрядчик. Роковой список изначального пророчества звучит довольно интересно, как по мне. Ну и ладно, эту штуку тоже купим. Именно моего отца заказ одобрен. Он все равно не обращает на это внимания. Так, с батей нельзя поговорить? О, Г. Смотри, что я тебе принес, дружок. Пока одна из голов Цербера принимает подарок принца, другая посовывает что-то ему в руку. Новый сувенир. Старый шипастый ошейник. Поговорить. Представляешь, дружок, в этот раз я добрался до Сфоделя. Теперь я понимаю, почему тебе там никогда не нравилось. И снова, мне пора в путь, не скучай. Несмотря на оптимизм принца, подземного мира, его старый друг, многоголовный пес Сербер сохраняет несколько уровней расположения духа. Да, сыграл ластовую, победил эту Мэг. И да. Сейчас я со всеми тут поговорю и да, буду заканчивать. О. И погладить еще. Дал песику нектар? Да, дал. Он мне дал шипастый ошейник. Во. А вот это когда получить? Как получить? Так, ладно. Так, там никого нет.
О, ты тут? Отдыхай. Возвращение блудного сына. Все говорят, что я тебе поддалась, Зак. Статья красивая. Еще дай скелету, окей. Не волнуйся, Мэг. Мне все-таки удалось вернуться домой весьма болезненным способом. Знаешь, мне нужно поддерживать свою репутацию. Если снова обойдешь меня, лучше бы тебе дойти до самого конца. А теперь оставь меня и не думай, что вовремя. Во время нашей следующей встречи тебе снова повезет. Она красивая. Танатос, лучший прислужник дома. Комната отдыха в доме Аида – унылое место, несмотря на то, что она была призвана подбодрить угрюмых обитателей дома. Это лучше, чем ничего. Зуза резко вздыхает. Я надеюсь, вам все нравится, хоть вы и не хотите больше здесь жить, ваше высочество. И улетела. Ну вот опять она сбежала. Так, сейчас со скелетом еще поговорю. Ого, должно быть, это роковой список. Я хочу прилечь. Пророчество должно быть выбрано. Ой! Однажды сын бога мертвых встретит правителя Олимпа. Подожди. А, вот. Подожди, а где это было? Встретить всех. А, вот, дальние родственники выбраны. Встретить Зевса и так далее. Понятно, что непонятно. Интересно, как Дузы размножаются? Ну, это уже никак, потому что у нее нет тела. Так, ты можешь поспать. Если поспим, то что? Ранее. Стоит глубокая ночь или что-то похожее на ночное время суток. В царстве Аида принц подземного мира Загрей встает после неспокойного сна, и ум его переполняет бунтарскими намерениями. Ударья, да я просто хотел кое-что поискать в вещах отца. А-а-а, вот оно как. Ну ладно, сделаю это на следующем стриме. А так, всем спасибо, кто смотрел The Hades. The Hades заканчивается. Прогресс сохранен 1 минуту назад. Ну ладно. Не, ну кайфово. Мне понравилось, я прям залип. Чё, Ксюша тут? Мы идем в Вуна. Так. О-о-о.